И снова всем привет! Вы на канале УНБ, и сегодня будет очень интересное видео. Вопрос этот мучает многих. Как же снять краску, старую краску с автомобиля? Сегодня мы попробуем один из этих способов. Все вы видели нашу попытку избавиться от жуков, но дело в том, что начиная расчищать большую площадь для грунтования, мы обнаружили, что жуки эти имеются также и под грунтом, то есть они не вылезли наружу, но металл уже пошел ржаветь. Если раньше машины начали гнить там 7-10 лет, сейчас это 3 года недавно было. А на сегодняшний день, наверное, если вы покупаете наше отечественное авто, то проблемы у вас уже начинаются с момента, в принципе-то, покупки его. Не хотелось бы ругаться, конечно, с АвтоВАЗом, но в комментариях напишите, кто тоже так считает. Дело в том, что сейчас автомобили делают не как раньше, там стали были хорошие, да? А сейчас уже машины делаются из металлолома и в принципе-то или не вываривают, или еще как-то. Но машины делаются уже из ржавого металла, то есть в структуре металла уже есть ржавчина. Не знаю все технологии, как из металлолома, из ржавого получается нормальный металл, шлаки убираются, не убираются, но у меня такое ощущение, что это делается специально. Кому же, какому заводу выгодно, чтобы ваша машина ходила 10 лет? Да никакому. И сегодня мы будем использовать чудо-средство, которое все уже очень давно просили. Дядя Лежа, попробуйте. К великой радости, данных материалов у нас нету, данной линейки вообще. В Бресте магазины отказались от него, но одно чудо средство осталось, это смывка краски. Так что все, что сносит краску, все, что портит краску, вы найдете в этой линейке удаление краски. И надеюсь, вот эти вот минусы мы сегодня используем. И сегодня будем мы использовать не что иное, как смывку краски Body 700. Друзья, хочу представить вам канал AGS Custom, где два брата занимаются в направлении детейлинг. С раннего детства ребята занимались авто со своим отцом. Когда его не стало, ребята продолжили семейный бизнес и стали его развивать. Дорогие друзья, у меня есть очень интересная тема сегодня для вас. Первая тема, конечно же, это результат и весь процесс, что мы сделали и до какого состояния мы довели Porsche Cayenne. Атмосферная обстановка и эффект присутствия позволит вам не только приятно провести время на канале, но и взять массу полезной информации. Подписывайтесь, ссылка в описании. Спонсор нашего сегодняшней передачи – магазин «Санта». Магазин «Санта», принесите нам пирожков и мясо на шашлык. Ладно, серьезно. Очень опасные материалы. Боди, это вы можете прочитать на банке, да? Так что соблюдайте меры предосторожности. Мы приобрели продукт Боди, средство для удаления лакокрасочных покрытий. Ну и читаем инструкцию. Для профессионального применения. Для удаления красок, лаков, грунтов с различных поверхностей. Легко воспламеняющаяся жидкость и пары. Вреден при проглатывании и при вдыхании. Предположительно вызывает рак. Может вызвать повреждение органов. Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить. Используйте взрывобезопасное электрическое, вентиляционное, осветительное оборудование. Не вдыхать пыль, дым, газ, туман, пары, аэрозоли. В случае попадания на кожу или волосы, немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой под душем, хранить под замком. Утилизировать содержимое или емкость соответствует с местными, региональными, национальными, международными правилами. Ну, посмотрим, как же они выполняют свое действие. В комментариях мне подсказали, да, действительно, я замечал, что намажешь, блин, слой немножко подъезд, все, дальше не работает. Сказали, накройте пленкой, что мы сейчас сегодня и попробуем сделать.
После нанесения. Давайте все-таки нанесем, не будем сиськи мять. Хорошо взбалтываем банку. То есть мы заранее немножко шкуркой подбили, потому что не работает без этого. Ну, чтобы быстрее намазать, мы не будем кисточку макать. Так вот, намажем слой и сразу накроем пленкой то место, которое прошли. И подождем полчаса, наверное, да, Толик? Ну, а пока у нас все это дело сохнет, немножко информации. Все вы знаете, что на нашей базе проходят обучение автомаляров. Уже отучили около 150 человек. И мы немножко расширяем сферу этого. Многие ребята уже отучились, многих уже имеют свои сервисы. Все, кто обучался, все уже работают на себя. У кого-то крупное, у кого-то мелкое предприятие, у кого-то просто гараж, да? Меня часто спрашивают в том или ином городе, дедали же, а есть ли у вас ученики, которые у вас обучались, чтобы обратиться к ним за покраской? И с этого дня все, кто у нас отучился, либо уже отучился, либо будет еще учиться, будет небольшая база данных, наши телефоны, контакты этих ребят, и мы будем рекомендовать их в их городе. Может быть, напишите в комментариях, может быть, сделать так, что сделать общую базу, и просто, чтобы было доступно, где документы. Спросите. А как же так, в принципе, кто-то работает в черную, да, и, светить себя неохота. Ребята, если вы хотите нормально работать здесь, мы как раз в школе и обсуждаем, как же оформить так свою деятельность, чтобы и налоги тебе не кусались, да, и спать спокойно. То есть есть куча способов, как легализовать свое предприятие, но... чтобы это не так кусалось по цене, чтобы было меньше проверок и т.д. Да? То есть вы работаете, никто вас трогать не будет. Здесь мы в школе эти моменты обсуждаем. Как наработать клиентов, как создать свою базу. Все эти моменты мы проходим как раз здесь, в школе. И на что нужно обратить внимание. Опыта совершенно не нужно. Чем меньше у вас опыта, тем легче вам будет обучаться, как бы с белого листа. Нужно лишь желание. Ну, давайте посмотрим, что у нас там с капотом. Не так давно мы провели в группе Олег Нестеров Брест, в ВК, кстати, подписывайтесь. И я задавал такой вопрос, мы часто проводим там опросы, как бы вы поступили с капотом, да? Снести краску пескоструем проголосовало 86 человек, снести краску наждачкой 129 человек, смыть смывкой 97 человек, сжечь краску паяльной лампой 16 человек, свой вариант ответа 24 человека. И самый популярный вопрос, который, вернее, ответ, который набрал 167 голосов, это приложить подорожник. Подорожник мы пробовали прикладывать, не сработало почему-то. Может быть, мы что-то не так делаем. В принципе, да, я понимаю, в боди часто для адгезии используют, допустим, перекись водорода, да, не знаю почему, но было такое видео, там сам технолог говорил, что у нас краска не держится, поэтому, грунты, поэтому мы используем перекись водорода. Ну да ладно, подписывайтесь в группу, а мы посмотрим, что у нас с капотом. Итак, прошел час, давайте же снимем покрывало и посмотрим, что здесь. Краску подняла ее нехило. Давайте попробуем
почистим. Местами отъела хорошо, местами держится краска. Давайте же попробуем еще раз повторить данную операцию. Еще раз намажем и также накроем целлофаном. Для защиты нашего автомобиля мы будем использовать реактивный грунт фирмы Volvox. Очень пока хорошо зарекомендовала себя эта фирма, нравятся их лаки очень. Так что сегодня мы будем пробовать реактивный грунт Volvox, также акриловый грунт 4:1, тоже фирмы Volvox. Что очень сильно радует, в этой линейке есть все, что вам может понадобиться от начала и до конца. То бишь у вас полностью отпадает нужда искать в других линейках тот или иной материал.
Ну, в принципе, обработку провели мы 3 раза. Сказать, что не работает, нет, не могу. Работает. Единственное, будьте аккуратны при попадании на тело, на одежду. У вас могут быть дыры сквозные. На сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.